Могилев посетил чрезвычайный полномочный посол Казахстана Ермухамед Ертызбаев. В рамках визита он встретился с губернатором Могилевской области Владимиром Доманевским. Это первый официальный визит посла в нашу область. Основная цель приезда – поиски новых путей взаимовыгодного сотрудничества и установление дополнительных межрегиональных отношений. Во время встречи, которая состоялась в Могилевском облсполкоме, губернатор области ознакомил гостей из Казахстана с промышленным и экономическим потенциалом Могилевского региона, отметив основные преимущества сотрудничества и ведения бизнеса на территории Приднепровского края, которые в будущем могут послужить плодотворной площадкой для создания совместных предприятий. Да, действительно, мы сегодня призваны для того, чтобы создавать конкурентоспособный продукт на рынке третьих стран. Но это не мешает завоевать рынок, очень большой рынок Казахстана. Для тех предприятий, которые являются у нас флагманами, это хорошая площадка для поставки своей продукции. Это предприятия и машиностроительного комплекса, и Бобруйская Громаш, и наш Могилев Лифтмаш, который действительно имеет нишу поставок уже продукции и является конкурентоспособной продукцией на именно рынке Казахстана. В свою очередь посол Казахстана выразил намерение расширить рабочие контакты на региональном уровне и открыть новые возможности для сотрудничества в сферах образования, культуры, а также в области торговли и промышленности. И, конечно, нам очень хотелось бы какое-то новое производство открыть с тем, чтобы мы могли и в Европу поставлять. Здесь, тут рядом с вами Европа, 450 миллионов населения, конечно, с Европой трудно конкурировать, но мы должны вместе с вами высоко поднимать планку, если мы хотим. Если мы хотим, чтобы наш Евразийский союз в перспективе был конкурентоспособным. Во время своего визита посол встретился со студентами Могилевского университета имени Аркадия Кулешова, где провел лекцию о сотрудничестве между казахстанскими регионами и Могилевом. Также на протяжении визита в гости посетили молочную компанию «Бабушкина крынка». Вероника Дробышевская, Леонид Сикорин, Второй канал.